Я уже почти на месте! Ну что, готовы к капитуляции? Сейчас начнется десантирование моих зомбушечек! А вот и мы! Значит, начинаем схватку! Открыть шлюзы! Вперед! Покажите этим сычахликам, чего стоят настоящие зомби! Всем известно, что твои зомби не стоят и семечки гнилого помидора! Вы можете болтать сегодня все, что угодно! Но помимо зомбарей, сегодня здесь полно ловушек, которые я буду использовать! Уверен, вам понравится кислотный пор! Ха-ха, наш босс умен! Ой, а что это я наступил? Поле действительно кишит ловушками, но есть и хорошая новость. Ловушки работают и против зомбарей. Работают против зомбарей, но не работают против меня. Никто не достанет меня на моем воздушном шаре. Какой же у нас умный босс. Берегись, ловушка активирована. Ха-ха-ха, кажется, у вас сегодня нет плана. Чего ты радуешься? Бои-то подвизы тоже не могут пройти мимо этих ловушек. Радуюсь тому, что у вас нет идей, как нанести мне урон. Ты в этом уверен? Мы лишь ждали, когда подкопятся силы для моей суператаки. Ай-яй-яй! Негодяй, чуть не пробил мою корзину! Ну вот, а ты говорил, у нас нет плана. Обещаю, тебя сегодня ждет глухой нокаут. Ничего подобного! У вас нет столько энергии для постоянных суператак! Вопрос лишь в том, сколько раундов ты продержишься. Тогда я сейчас отправлю в бой своих леди с зонтиками! Ты же не ударишь женщину! На таких женщин я не только руку подниму, я бы и лопату поднял, если бы была она. Ну что, доболтал? Теперь у вас поубавится в уверенности. Ай-яй-яй, мало того, что они бунг-чуя сгрызли, так еще и прорываются сквозь оборону. А-а-а, почти получилось, поганые ловушки. А вот и я, не ожидал снова встретиться. На этот раз у меня в запасе много сил. Твои зомби-дамочки не помогут тебе. Отстань от меня, сумасшедшая зеленка. Набрать высоту. Ну что, не понравился тебе спарринг с бунг-чуем? Вообще молчи! Тебя там сейчас грызут под корешок! А вот и фигушки! Мы прикроем Дуриана! Зато я спалил еще одного вашего боксера недоделанного! Можешь не радоваться! Мы вызовем еще одного! И еще будем сажать, пока не начистим тебе твою зомбачью морду! Чего же вы ждете? Признайтесь, что вы боитесь потерять очередного своего драчуна! Зомбарей становится все больше. Боюсь, нам придется самим активировать ловушку. Там еще целая толпа. Боюсь, придется и вторую активировать. Хотя, эти болваны сами на нее наступили. Босс, нас конкретно проредили. Нужно подкрепление срочно. Будет вам подкрепление. Сейчас я его организую. Ух, вылазило как тараканов. Может, бунг-чуя снова бросим в атаку? Нет, еще рано. У нас сил только на одну суператаку. А бунг-чуя нужно высаживать, когда будет минимум на две. По верхнему ряду целая банда идет. Я задержу их на какое-то время. Не волнуйтесь, я уже придумал. Я освобожу вас от этой банды. Правда, и вас я тоже сожгу кислотой. Этот негодяй даже своих не жалеет. Смотрите, у нас накопилось сил на две суператаки. Время для бунг-чуя. Ну что, вот и третий раунд. Бунг, лови еще комбо. Как же ты мне надоел. Нужно набрать высоту. Давай взлетай, поганая чехаранга. Я тебя и здесь достану. Ненавижу бокс, ненавижу. Ну что, досталось тебе? Сейчас и вам достанется. Ну и что? Все равно бунг-чуй тебя потрепал сильнее. Мне кажется, еще пару раундов с бунг-чуем, и его ржавое корыто развалится на кусочки. Да-да, только вот вашего хваленого сельдерея сейчас сожрут мои зомби. Зомби-сельдерей. Беда,
Придется активировать ловушки, иначе стрекозы перелетят через нас. Ха-ха! А еще меня упрекали в том, что я своих зомбачков поджарил! Болван, не сравнивай свою жестокость с нашей самоотверженностью. Ты нападаешь, а мы зачищаемся. Кажется, сейчас снова придется нажать на эту кнопку. Ну, раз надо, значит надо. Как же мне нравится смотреть на то, как разлетается эта трава во все стороны. Как же мне нравится, как разлетается твой пепелац в щепки. Опять ты? Сделайте уже с ним что-нибудь, недотёпы! Твоя чехарага держится на волоске. Неправда! Сейчас я его поджарю! Ой, мои пяточки! Прекратите жарить мои пятки! Босс, чувствуешь, запахло жареным поросенком? Да заткнитесь вы уже все! Уронили вас! Как же вы меня достали! Ну что, получил свое! И ты тоже